Ты точно этого не знал. Жвачка помогает сосредоточиться. YouTube изначально хотели сделать сайтом знакомств. Аромат яблок помогает похудеть. Зеленый чай отгоняет комаров. Во сколько лет ты узнал, что брови играют две важные роли? Они защищают от пота и грязи, а также помогают нам выражать свои эмоции. Реакция летчика на американские горки. Голландские полицейские обязаны при себе иметь плюшевого медведя на случай, если придется успокаивать пострадавшего ребенка. Как девушки ухаживали за собой в 15 веке? Большинство девушек были с высыпаниями из-за плохой гигиены. Парики носили целую неделю, там заводились паразиты. Для очистки пор некоторые использовали уксус, лишь только усугубляя свои проблемы. Факты о любви, которые ты не знал. Симпатия длится 4 месяца, а дальше уже любовь. Пары, которые похожи друг на друга, редко ссорятся. Давно доказано, что влюбленность снижает IQ, но это временно. Ты никогда не будешь одиноким, а тебе думают как минимум 4-5 человек. Ужасная тайна. Эта девушка покрыла свое лицо большим количеством пчел. Эта девушка пчеловод, она легко позволяет пчелам сидеть на ее лице. Количество пчел составляет 60 тысяч. 4 часа 10 минут она может просидеть с этими пчелами на лице. Но что с ней стало дальше, сейчас расскажу. В этой области девушка мечтает получить докторскую степень, чтобы защитить пчел и узнать о них больше, а также заниматься их разведением. Крутые факты про школу. В Швеции старшеклассникам платят $187 в месяц за ежедневное посещение школы. Этот бонус является своеобразной стипендией для поощрения учеников. Факты о списывании, которые ты не знал. В Китае за списывание могут дать 7 лет тюрьмы. Во Франции тебе запретят сдавать экзамены на 5 лет. В США это фиксируется в личном деле, после чего тебя не примут в большинство вузов. Психологические факты, которые тебя удивят. Взгляд налево и вниз – это внутренний разговор с собой. Тот человек, который снится тебе, вероятнее всего, влюблен в тебя.